снова всем привет, дорогие мои подписчики. Давненько у меня игровых видосиков не было, надо их побольше делать. А то, помню, одно время у меня вообще одни только игровые видео были. А сейчас уже я их редко стал выпускать. Да просто тоже не хватает уже времени, чтобы играть в игры. Ну ладно, наконец-то время это появилось. Так вот, сегодняшний ролик будет по игрушке Evil Nun. Я уже говорил, несколько игровых роликов будут именно ей посвящены. Потому что было, ну, не так давно, конечно, но уже давно. Я просто все не было времени. Обновление. Я уже вам концовку показывал новую. А теперь посмотрим, что там еще. Сегодня я бы хотел сыграть в режим сон. Посмотреть, что это за штука такая. Вон тут одна попытка в день написана. 24 часа. И 250 золотых монет нам дадут, если мы выиграем. Так, что тут у нас? Правило: монахини не появляются, все двери школы открыты, найти все буквы D-R-E-A-M. А, Dream. Понятно теперь, почему режим сон. Потому что Dream — это сон по-английски. Ну, или еще мечтать. Ну, разные переводы есть у этого слова. Ну, короче, здесь в данном случае сон. Дальше, у вас 3 минуты, чтобы их найти. Так, то есть у нас будет ограниченное время, и мы должны за него успеть. Ну чё, сейчас попытаемся. Так, D-R-E-A-M. Так, как всегда, я тут пишу на доске всякую лабуду. Так, погнали. Бункер у нас тут открыт. Но в бункере ни хрена нету. Да, я вообще замечаю, что в бункере нет ни хрена. И мне кажется, бесполезно в нем искать буквы. Так, пусто, 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 пусто. И тут пусто. Лабиринт там открыт, но в нем нет смысла, я думаю, тоже искать. Да, вы... А, да чё я уже? А то я уже себя все равно выдал. Играл я уже в этот режим. Просто не снимал. Я вот тестировал вне видео. Короче, здесь ничего сложного нету. Я знаю локации, где обычно не появляются буквы. Это лабиринт. Там не появляются буквы. И это... Это как его? Ну как его, я забыл уже. О, вот и первая буква. И вторая тоже. И третья. О, как мне везет. Короче, что я там за локацию-то хотел сказать, в которой нету букв? В лабиринте и в... Где? А, вспомнил, в бункере. В бункере нету букв. В остальных местах они есть. О! Еще одна буква, осталась последнюю найти. О, все. Быстро я прошел. Вы завершили сон, награда 250 монеток. Да, у меня монеток до хрена, они мне еще пригодятся. А, ой, простите, ребята, я тут телефон, кажись, уронил. Да не кажись, а я уронил телефон. Простите. Так. Ну, на этом, наверное, все. В следующий раз будем тестить всякие приколюхи, которые в магазине покупаются. А на этом видео подходит к концу.